Ульяновску исполнилось 375 лет. В этом году поток туристов увеличился на 15%. Узнаем у горожан, куда они советуют сходить нашим гостям. В области очень много красивых мест на самом деле. Скрипинский Кучур, Барышский, там в Рже есть Акшотский дендропарк, Сенгилеевский район, там есть у нас Акотропа по Сенгилеевским горам. Ну, по городу что? Центр, вот сейчас все отреставрировали, бульвар Новый Венец. Погулять по центру города в прекрасный осенний теплый вечер. Набережная Волги очень красивая, дом Ленина. Я бы посоветовала туристам посетить обелиск, потому что там очень красиво, там много людей, которые запечатлены и сделали очень много для нашей страны, для нашей Родины. Поэтому я бы хотела, чтобы туристы в первую очередь пошли туда и насладились самой важной, по моему мнению, достопримечательностью Ульяновской области. У нас, в принципе, достаточно много культурных мест, которые можно посетить. Ну, музей, место рождения Ленина, Ленинский мемориал. Я бы предложила Александровский парк однозначно и набережную реки Волги. Но еще обязательно посетить все музеи Владимира Ильича Ленина, так как Ульяновск – это Ульянов. Ленинский мемориал, дом Ленина, все ленинские места, дом Гончарова, почему-то все музеи. Я думаю, что музей краеведческий – очень хорошее место, где можно посмотреть. Особенно картина Екатерины II мне очень нравится. И людям тоже, я надеюсь, что понравится. Краеведческий музей – художественный музей, драмтеатр, обязательно драмтеатр, театр юного зрителя, дворец губернаторский, обязательно сходить на концерт, погулять по центру города. Ну, наверное, самое главное – это вид на президентский мост будет. Наверное, краеведческий музей, ну, в принципе, просто набережная с видом на Волгу. У нас много мест, в общем-то, куда можно сходить. Дом Ленина. Знаковое такое место. Ну, я не знаю, вон, Ленинский мемориал, наша набережная. Спросил Ленинский вас. Мемориал, допустим, можно сходить. На набережную можно сходить, там очень красиво.